Всем привет! С вами компания Better. Сегодня я сделаю детальный обзор стильной кухни в современном интерьере. Кухню установили в одной из квартир жилого комплекса «Сердце столицы». Наша кухня является частью кухни-гостиной, где справа от нее обеденная зона с большим огромным круглым столом, к которому мы еще вернемся. Кухню сделали угловую, размерами 3 метра на 2,40, высота кухни 2,87. Для кухни использовали 3 материала. Основную часть фасада выполнили из плитного материала «Алвиксинхрон» испанского производства. Навесные шкафы из МДФ, покрытые эмалью с фрезеровкой. Столешницу и фартук выполнили из кварцевого агломерата «Техни-Стоун». Плитный материал «Алвик» толщиной 18 мм имеет двухстороннее покрытие, что является огромным преимуществом перед другими материалами. Он достаточно надежный, не оставляет царапин и следов при касании. Тем самым сохраняет долговечный свой внешний вид. Фасады с фрезеровкой, выполненные из МДФ толщиной 22 мм, покрыли двухстороннюю эмалью, что придало стиля и изюминки нашей кухне. Навесные фасады сделали в качестве распашных дверей, где использовали петли от нажатия и с доводчиком. На шкафах антресольного типа использовали механизмы ашкотоп от нажатия. Все фасады сделали размером 60 см. Кроме угловой секции, фасады которой открываются поочередно, при этом получаем удобный доступ к содержимому. Кухня слева начинается пеналом с техникой, в которой установили духовой шкаф СВЧ компании Miele. Далее секция с выдвижными ящиками Legro Box под посуду и столовые приборы. Внутри также установили держатель для тарелок. Он очень удобный. Можно менять размер легко. Фиксируется и устанавливается посуда для сервировки для обеденного стола. Для удобного размещения и использования угловой секции мы установили выдвижную систему от компании Wausagel. Это самое стильное и практичное решение для размещения в угловой тумбе сковородок, кастрюль и других приборов. Справа от нее мойка, в которой разместили фильтра для питьевой воды и измельчитель пищевых отходов, также алюминиевый поддон. Рядом посудомоечная машина размером 60 см. И завершили кухню встроенным холодильником и морозильной камерой. Столешницу и фартук выполнили из одного материала, но в разных цветовых решениях. Темная столешница и светлый фартук, на который установили сушку для полотенец. А вы знали об этом решении? Оно очень удобное и практичное. Здесь сенсорное управление с таймером и регулировка температуры. Столешница с мойкой нижнего монтажа, смесителем и дозатором компании Blanco. В обеденной зоне сделали навесную тумбу под телевизор с фасадами в цвет кухни,
сохранили объем и целостность помещения. Справа от него большой, огромный стол, за которым очень удобно сидеть, кушать и смотреть телевизор. Прощайте, барабан. Мое мнение, как эксперта, у нас получилась стильная и современная кухня. А как вы думаете? Поделитесь впечатлениями, напишите комментарии. Всем пока!